Премию Фонда мира вручили одаренной и талантливой молодежи Гродненщины. Среди них учащиеся школ, лицеев, колледжей, а также студенты высших учебных заведений. Награждение лучших прошло в средней школе номер 3 города Гродно. Ежегодная премия «Одаренные и талантливые. Будущее мира» проходит два раза в год. За 14 лет более 1000 юношей и девушек Гродненской области получили памятные награды. Сегодня поздравления принимали студенты, отличившиеся в учебе, победители олимпиад, участники научных конференций и, конечно же, выдающиеся спортсмены. Гродненское областное отделение общественного объединения «Белорусский фонд мира» вручало стипендии группе лучших учащихся города Гродно и Гродненского района, удостоенных этой награды. Среди участников сегодняшней встречи 6 представителей школ нашего города Гродно, 2 представителя школ Гродненского района, учащиеся лицеев, колледжей и 6 студентов вузов нашего города. Почетная грамота, специальный значок стипендиата Фонда мира и денежная премия как знак отличия и награда за проделанные труды. Организатор отмечает, что с каждым годом одаренной и талантливой молодежи становится больше. Уже в начале января этого года 52 юных гродненца получили свои награды. И каждый из них не собирается останавливаться на достигнутом. Я была награждена за высокие показатели в студенческой жизни, в учебной, также за то, что я являюсь дипломантом республиканского конкурса «Арт-вокации». И в дальнейшем, конечно, я не буду останавливаться на достигнутом, а буду маленькими шажочками идти к успеху.